День добрый всем, с вами снова я, Макс, и продолжаю проходить Анепик. Остановились мы на интересном моменте, когда мы, в принципе, узнали историю, скажем так, нашего товарища Зеры. Вот, что он, оказывается, не просто так дух, а еще был живым когда-то. Соответственно, персонаж потихоньку начинает раскрываться. Вот. Ну и продолжаем зачищать катакомбы. В принципе, там босса, по-моему, запинали, что-то я не помню. Да, просто продолжаем зачищать катакомбы. Сейчас будем подниматься, как в шахте. Оп. Да, еще мы... Я получил отличного пета, который против нежити просто огонь, плюс он еще и станет, что самое забавное. А стан — это здорово всегда. Дождемся только лифта. Подрегенимся. Главное на него запрыгнуть, это еще без него. Его потом опять ждать. Думаю, наверное, поднимусь сначала на самый верх. Может, даже в магазин. Все, что можно открыть. Сходим в магазик и посмотрим, что интересного нам здесь предложат. Так, броня, одежда. Ладно, ну лата у меня уже есть. Аж 3 штука. Можно их не покупать, но мне нужно уровень добить. Луки. Длинный лук. Всего нужно добить уровень. Поэтому пока пойдем. Кстати, у него, интересно, есть свиток огня. Так. Нет, ничего интересного. Рецепты. Тоже ничего интересного. Скелеты, не пугайте так. Так, интересно. Пурпурный волшебный порошок. Надеюсь, больше здесь никого нет. Есть. Но, по сути, это не очень и проблема. Что я сделал? Уровень. Так, раз уровень, мы сразу тогда апнем все, что можно апнуть. 3 очка. Так, нет, еще раз. Телосложение. У меня здоровье 531. Ага, все-таки меняется. Так, сейчас. Ага, полоска все-таки увеличивается, поэтому... Сделаем так.
вообще замечательно. Давай, иди сюда. Надо было, наверное, сразу убежать, чтобы... Что это? Приветствую тебя, юный человек. Приветствую тебя. Ты кто, бог? Я не тот бог, о котором ты говоришь. Ну да, я бог света. А почему ты не в золотом саркофаге? Ха-ха-ха, потому что ты сейчас видишь не меня, а мою проекцию. К тому же богам не присущи слабости чистейших дух. Я восхищен тем, как ты отважно сражался с тенями и нежитью, чтобы помочь тебе и освещить твой путь благодатью света. С ее помощью ты сможешь призывать мою силу в борьбе с нежитью. Спасибо. Получается, используя свет, я смогу уничтожить любую тень, так? Если ты говоришь о тени, которую носишь в своем теле и называешь Заратулун, то да, ты сможешь ее убить. Хотя очень скоро ты откроешь нечто, что может изменить твою точку зрения. Магия света. Так, воззвание света требует божью милость вместо волшебного порошка. Вы получаете милость, убивая нежить. Чем больше нежить уничтожить, тем больше воззвание сможете сотворить. Так, и... Но про Заратула, видимо, я немножко вперед пошел, то есть из-за того, что вниз упал, соответственно, уже изменил, так сказать, свое мнение. Так, начало. Или я уже могу что-то сделать? А, воззвание. Выпускает стрелу свет, который ранит и оглушает нежить. Божья милость. Наверное, мы... Вместо сна пока ее будем писать. Все равно майнд-контроль мне не нужен. Так, а что за задание? Удобрение. Блин, я еще тебя, оказывается... А, я могу, кстати, отказаться от задания. Инвентарь. Задание. Да, потому что я его прослакал. Поэтому придется от задания отказаться. Но зато сейчас можно пойти и затариться. Шмотками. И, чувак, я пришел. Так, купить. Длинный лук. Оружие. 240, у меня 200. Берем. Вон оружие, каждый действует 0 секунд. Сразу многих. Не, я, наверное, не буду никаких. Больше, скажем так, брать навыков, и этого хватает. Так, инвентарь. Берем самый неполоманный. А, кстати, когда он ломается, походу, статы тоже уменьшаются, я понял. Так, и меч новый возьмем. Так, лук. Куда бы запихнуть лук? М-м,
лук мы запихнем вместо с призрака. А вместо лягухи мы возьмем свет. Нам больше, в принципе, ничего не нужно. Так. Ну, как бы... Все, единственное, где меч-то, который... А, вот это сабля. Все, остальное можно продать. Может быть, даже что-то отремонтировать. Надо экипировать, наверное, чтобы он снарядить, чтобы он светился. Так, магички, по-моему, брать особо нечего. Да. Ладно, драпаем отсюда, что еще. Ладно, придется лифт ждать. Что у нас будет здесь интересно? Интересно, что за сгусток энергии? Так, дух, иди сюда. Вот тебе на безголовый скелет. Соперничество превосходства. Сильные скелеты похищают черепа более слабых. И нафига? Потому что так принято, так было всегда. Отлично, рад слышать, что здешняя нежить чтит традиции. Слушай, Зера, а что если я верну ему голову? Даже не думай, возвращать скелетам похищенной части не принято. Правда? Останови меня. Почему ты пытаешься саботировать правила этого замка? Потому что я человек, а люди склонны разрушать любой социальный строй, вне зависимости от его совершенства. Да уж. Так, здесь ничего нет. Я уже каждую стенку проверяю на случай чего-либо. Так, сейчас они пройдут, и я попробую в них еще позапускать светом. Тоже. Фига себе. Было очень-очень легко. Если ты вернешь ему череп, то нарушишь законы нежити. И что, они обидятся? Меня и так постоянно пытаются убить, так что хуже уже не будет. Вот так, попробуем поставить на место. Зера, ты чувствуешь всю важность этого момента? У меня не может быть подобных эмоций. Ну конечно, опять сказочка про потерянные чувства. Прям автомат с Кока-Колой, а не коварный призрак. Вот, встал на место. Ты собрал меня, ты спас меня. Почему? Просто сделал это назло моему старому другу. Я в долгу, прими в благодарность. Так, загробное кольцо. Ну-ка. Урон холодом, урон тьмой, крит холодом. Но я уже, наверное, снарядить его... Да, не могу. Мне не хватает. Ну да ладно.
Ну, блин, ну как так? Я не знал, что он там будет. Я просто хотел с прыжка сделать. Вот, блин, вот... Вот мне вот в Overwatch бы так с Тимой везло бы постоянно. Вот просто вот рандом. Рандом. Либо у меня после Айзека. Я прям чувствую, что здесь нужно что-то разбить. Хорошо его не убивают. Не дотягивается до них. Или мне так кажется. Так, комнату из... Да, исследовали здесь больше ничего. Пойдем на эту сторону. Замечательно. Как говорится, сначала вверх, потом вниз. Потому что вниз драпать проще. Методично все зачищать. Так, а что это он присел-то? В этих кучках наверняка что-нибудь собирать надо будет. Выход из мавзолея. Ну, для кого выход? Для того... Для кого-то... Ага, понятно. Точно не вход. Где ты еще врагов убил? Спасибо, дух, ты очень сильно мне облегчаешь жизнь. Пожалуйста, лифт, ехай вверх. Нет, он едет вниз. А, ну да, он бы вверх и не поехал, потому что я бы тогда увидел бы цепь. Так, здесь мы еще не были. Ну, как были, но не так. Ты не отсюда? Ага, но я тут ненадолго. Кстати, этот ключик в форме черепа у тебя на шее смотрится просто потрясно. Я страж ключа. Да, а что он открывает? Книгу у мертвых. Я должен отдать ключ великому некроманту. Ты великий некромант? Да, конечно, я великий некромант. Давай ключ. Ты должен показать темные амулеты. Ой-ой-ой, оставил их в спальне, сейчас принесу. Заратула, о каких амулетах он толкует?
Амулеты некромантов. В прошлом году каждому некроманту, отдавшему жизненное служение нежести, был дан амулет. Они обязаны были всегда носить их с собой, поэтому забрали их в свои могилы. Правда, значит, если я найду труп этих некромантов, то смогу заполучить их амулеты? Даже если ты найдешь их, как ты собираешься достать амулеты, не сквернив гробы? Легко и просто. Открыл гроб, взял амулет, лады. Глупец, по-видимому, твоя аморальность не знает границ. Смотрите, кто заговорил. Позволь напомнить, что ты сам вселился в меня, пытался управлять моим телом и даже убить. Это не одно и то же. С чего это? Ведь, ну, это Зера ночная, а? Я найду эти амулеты. Так, я так понимаю, нужно будет, тут мы мимо гробов ходили. Так, нафига. Темный амулет. Так, здесь ничего. Так, где гробы-то? Вон два гроба, но... Не очень они были, скажем так, активны. Кого я там вью, интересно? Так, интересно, вот в этой кучке будет что-нибудь? Ага. Все понятно. Здесь по типу как улей, что ли, скелетов. Кольцо взял. Так, что она нам дает? Защита от теней. Плюс 4. Мне не надо. Вот, типа, как гроб, но я ничего не могу сделать. Как-то быстро пол уровня набрал, если честно. Странно, я их открываю, ничего не выпадает. У меня уже создается впечатление, что я просто играл как бы в эту игру и так по памяти эти фигнюшки долблю. Вход в мавзолей. Здесь появляется... Покоится с честью великие некроманты. Так. В правую часть комнаты сходим. Просто чтобы зажечь все огни. Потом в нее не возвращаться. А то, я понимаю, вниз пойду.
Так, они все огни зажег? Наверху забыл огонь зажечь. Сейчас зажнем быстренько. Чтобы 10 раз не бегать по одним и тем же коридорам. Все, в принципе, все исследовал. Здесь босса. Кстати, куб. А, куб я же тоже выложил. Это шара. Ладно. Тебе не следует тревожить покой усопших. Да ладно тебе, Зера, ты что такой суеверный? Им же уже все равно. Они уже давно померли, так ведь? Осквернение могил никогда не остается безнаказанным. Мертвые будут жаждать мести. По-моему, дома теплее стало. Хотя на улице минус 26. Хорошо, они не могут дух убить. Ой. Что это было? А ее видно, дверь? Так, чуть-чуть видно. Ну, я случайно подбирал. Темный амулет. Блин, а ведь... Хрен догадаешься. Что там была дверь. Пойдем отсюда, дымок. Просто в хламах всех. Странно, что стрелы не падают. Ходил бы тогда, искал бы эти амулеты, если бы случайно в ту дверь не попал. Это было бы просто трэш. Я люблю качаться. Не, лучше их магию поменять. Чуть-чуть полезного, а тут что, просто так набиваем? Бежим, бежим, бежим.
У него магия закончилась. Хорошо, его опыт много ты. Долго. Так, еще 3 амулета. А я уже вниз почти спустился. Убьете меня. Так, я успел амулет подобрать. Да. Регенерация, мой друг. Один амулет. Да, слава богу. Там идет. Давайте умирайте. Значит, все-таки тот, ну не знаю, просто секретный что ли был какой-то. На выход. Придется на лифте вниз, потом вверх. Можно пока порегениться. В этот раз на эту кнопку я не нажал. Смотри, я некромант, у меня есть 7 амулетов. Моя миссия выполнена. Ты теперь новый хранитель. Ключ в форме черепа. Одного из заданий. Ладно. Так, нам нужен синий порошок. А для чего нам нужен? Что за задание? Начало. А, все, понял. Нафиг надо. Ладно, вернемся.
Так, походу мы всю шахту исследовали. Да, всю шахту исследовали. Пойдем попробуем вверх пойти, что ли. Да. Можно еще вверх подняться. Будем долго-долго спускаться и потом долго-долго подниматься. Вправо. Пойдем сначала влево. Как бы надо было сразу сюда пойти, но да ладно. Ответь мне, о великий дух, я призываю тебя во имя Хронокона Могущественного. Зачем ты нарушил мой покой? Великий лорд желает, чтобы ты передал мне свои знания. Так ты посыльный, подзадержался. Что, ты ждал меня? Хронокон сказал мне, что ты скоро будешь. Ты принес Некрономикон? Некрономикон? Книга мертвых? Да, без этой книги я не смогу передать тебе знания некромантии. Некромантии? О, великий дух, а где Некрономикон находится в данный момент? В этих катакомбах есть комната с большой демонической печатью. Между 5-й и 6-й свечами расположен потайной вход в комнату Некрономикона. Знай, что эта книга закована в цепи. Чтобы снять оковы, ты должен найти ключ. Серебряный ключ в форме черепа, скрыт в стенах этих катакомб. Достань его. И последнее. Для заклинания, которое передаст тебе знания некромантии, мне понадобится пурпурный волшебный порошок. Нет проблем. И некрономикон, и порошок, все будет. Гребаные духи. Вот сдалась им эта вся эта волшебная перхоть. Сборище придурков. Так, ну... Зера, ты это слышал? Хронокон послал кого-то еще потолковать с чистейшим духом. Слышал, этот кто-то важная персона, раз ему позволено узнать магию чистейших. К нам едет ревизор. Кто бы то он ни был, мне нужно успеть сделать все до его прихода, чтобы дух не обнаружил подлог. Если он появится раньше, чем я получу некрономикон, то с некромантией можно будет попрощаться. Так, ну, ключ мы уже достали, а... Книга располагается в... В самом низу я вспомнил там, где. Сейчас единственное мы сделаем так. Сначала сходим вправо. Посмотрим, что здесь есть. У меня такое ощущение, будто мы здесь были. Череп. Зачем нам череп? Где он, кстати? Вот он. Поглощать жизненные силы жертвы не поможет против нежити или механизмов. Новый пет. Ну-ка. Ладно, я пока вызывать не буду, потому что мы здесь гуляем. А нам нужно в самый низ. Прям вообще в самый низ. По-моему, где-то здесь должна быть. А может, конечно, не здесь. Так, задание. Так,
с большой между 5 и 6 свечами расположен потайной вход. Все, хватит. Между 5 и 6. Здесь? Здесь? Нет. Так, реген. Так, в реку крови мы уже ходили. Так, а где тогда? Что-то я пока между 5 и 6. Вот как бы 5. Здесь болты. Не успел. А здесь, по-моему, ничего нет. Ах, что это потайные двери. Это босс. Ладно, попробуем запинать босса. Перед тем, как сразиться с Сакс Мортисом, ты должен знать, что его косы чрезвычайно опасны. Надень лучшую броню, что у тебя есть, и по возможности пытайся от них уклониться. Традиционный компромат на босса — это хорошо, продолжай. Атаки светом для него губительны. Придется, кстати, хороший топор или молот. Они могут здорово помять его костлявое тело, спрятанное под тряпьем. И не забудь, если продолжать бой станет слишком опасно, я телепортирую в замок, я помню. Ух ты. Мы еще здесь на скелетиках покачаемся. Реген. Не особо сложный босс. Если только у него какой-нибудь паттерн не появится новый.
пополнить спасение нужно. Ой, не то. Так, лаборатория. А куда идти? Наверное, влево. Нет. Так. Интересно, где находится? Что у нас 2000 монет? Откуда? Откуда настолько монет? Так. Да открывать нужно. Лифт. Ноу. Где же эта комната, интересно, находится? Я не помню, а вот в этот портал-то я заходил, почему у меня на карте отображается, а тот нет. Езжай обратно. Мы приехали, но почему здесь? Чего-то не хватает. Вроде везде все горит. Так, меня смущает. Так, ладно, сходим сначала все равно сюда. Здесь как бы тоже что-то не поддержано. Понятно. Крайне непонятно.
А, вот, наверх. Все, видел. Блин, эти лестницы их сразу не увидишь. Так, я же здесь все зажег. Все отлично. О, чувачок. Нет измененных элементов для восстановления. Здравствуй, молодой авантюрист. Привет, что это за место? Здесь бог света дает возможность восстановить любой элемент заколдованной темной магии. Однако он будет благосклонен только к тому, кто действительно этого заслуживает. Чтобы восстановить заколдованный предмет, заработайте еще 100 божьих милостей. Нажмите клавишу действия под светом. Что значит измененных? Непонятно. Так, надо все-таки найти комнату, где есть. Так, вот сюда мы пришли. Черт. Ну, как обычно. Вот, я вспомнил. Раз, два, три, четыре, пять. Вот она, это наверняка некрономикон. Клаату. Что ты несешь? Это какое-то заклинание? Типа того, волшебные слова, которые предотвратят нашествие армии зомби. Никогда не слышал ничего подобного. Само собой, здесь же нет кинотеатров, но у себя дома я раз 10 пересматривал фильм «Зловещие мертвецы и армия тьмы». Как там главного героя только эти волшебные слова и спасли? Кинотеатр, фильм, смысл этих слов сокрыт от меня. Ну, потом расскажу. Давай произнесу заклинание, возьму книгу, и мы смотаемся отсюда по добру, по здорову. Клаату. Барада. Никихем. Ну и все, нашествие зомби отменяется. Теперь мертвецы не будут возражать, если я заберу некрономикон с собой. Как он долго забирает ее? Ладно. Эй! Они еще головами крутят. Прикольно. Ща-ща-ща. Я вас так порешаю. Как он долго ее собирает. Отлично. Лифт. Так, конечно, не быстрее, но кто знает.
Фух, не промахнулся. Сейчас возьмем заклинание. О, великий дух, я принес тебе некрономикон. Пусть же сила загробного мира наполнит твои глаза, пусть темные руны начнут ясно вырисовываться в твоем сознании, и пусть некромантия укажет тебе путь. Отлично. Подчинять скелет, заставляя сражаться на очередь на каждый 5 уровней, некромантия дает контроль над дополнительным скелетом. Да нафиг надо? Уже. Я уже все катакомбы зачистил. Уже просто не нужно. Просто чтоб был. Так, ну все, катакомбы мы зачистили. Ключик новый получили от... От чего? От лаборатории. Лаборатория у нас... Так, сейчас. Карта. Лаборатория у нас палаты, какая-то дверь, башня. Вот и лаборатория. Ну вот, осталось, я думаю, еще пару мест, куда сходить. И, в принципе, все. Но на сегодня, я думаю, стоит закончить. Всем покасики.